Так. Она не грузится. Фигуру. Тоже не грузится, блин. А, ну потому что все, я понял. Вот, я хочу вот это пройти. Реквилава называется. Что за фигня? Это, по-моему, экселовский уровень очень долгий какой-то. Little Long. Скоро замедляю, блин. Ой-о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 й
Это что? Это был телепорт. Телепорт, вы это видели? Смотрите, бах. Это что такое? Опа. Я! Быстрее, у меня сейчас зарядка кончится. Что за бред? Быстрее, нам нужно хотя бы пройти 10%. Ой, 10 говорю. 20. Что за херня, блин, быстрее? Все, короче, я не хочу. Сам приходите, да, немножко. Ну ладно, найдем лучше хардовый. Вот так вот, прям вот так вот. Джем мы уже проходили. Давайте вот это пройдем, что ли. А что за фигня такая? Ух ты! Как круто, да? Опа. Ух ты, это что такое? Смотрите, видите, это такой ютубер Рекви. Я просто видел сегодня такой бам-бам-бам-бам-бам. Ты что бомбишь опять у меня? Пука мне бомби! Дин-дин-дин! Видите? Называется бомбилка. Что за херня? Бесит меня уже. Какая херовенькая такая. Бесит же, маленькая. Не прыгай. Здесь даже музыки нет, блин. Да что за херь? Какой-то уровень для дебилов называется. Да что за... Здесь даже музыки нет. Его надо скачать. Я не могу скачать, потому что у меня... Все, не хочу два реквида, тупое. Хочу вот это тоже. Let's play без музыки. Ух ты, он похож на этот Geometrical Dominator. Нифига, это оптическая иллюзия какая-то. Вау, это он. Вообще прикольный. Чтобы взлететь, нажми. Нажми? Нифига, там даже по-русски пишется. Что за фигня? Как будто мы тупые такие и не знаем, что будет, если... Ай, блин, дебил! Дебил называется, дебил. Таких уровней нельзя проходить. Там уже... Блин! О, у меня это, походу, музыка уже есть. Если мы вкачаем, то... Так, быстрее, блин, быстрее. Смотрите. Это он Фаех. Я знаю эту музыку. Так мы уже играли. Я же показывала, да, уже? Давайте сыграем еще раз. Сорян, пролагал. Что быстрее, два такой бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Это стрелялся. Это был тролло. Я вообще собрал монет. Это было бы вау, мне нравятся криперы. Вау, где я?
Ну ладно. Всем пока. Это сегодня был выпуск Геометрии Даша 5. Вау, вау. Всем пока. Дай послушай музыку. Ух ты, а я монетку собрал. Мне очень нравится. Называется MLG Windows. Мне просто нужно вот. Вот это. Его надо качать. А, ладно. Это что такое? А, это тоже фигнюшка. А что за фигня тогда? Ну давайте тогда я вам покажу, как я играю в джампер. Ты-ты-ты-ты. Вот, 92% у меня джампер. Давайте поиграем. На самом деле джампер очень легкий уровень. Мне просто нравится музыка здесь. Ну, примерно уже там уже больше половины. А, нет, 55% было. Давайте еще раз. Сорян. Не хочу.